Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, и я, тот самый Дмитрий Трофимов. И, пожалуйста, внимательно, желательно под запись все зафиксируйте. Тогда вы сможете перечитать это и понять, почему у вас нет определенных результатов, либо не исполняются ваши желания, либо не закрываются цели. Перед тем, как дальше вы будете смотреть это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписались на мой канал, потому что меня это мотивирует выпускать вот именно такие видео, которые вам дают результат, которые направляют вас. Да, для этого нужно подписаться на мой канал. Окей. Психологические тараканы, или еще можно назвать эту тему ограничения в голове, да, мыслительные процессы, какие-то негативные убеждения, которые делают все, чтобы вы ничего не получили, либо находились на определенном уровне, и дальше не-не-не-не, дальше вы не должны идти, потому что вот нельзя, потому что запрещено. Давайте несколько примеров, что значит негативные убеждения, либо психологические тараканы. Нужно очень много пахать, чтобы заработать большие деньги. Да, это ограничивающее убеждение. Например, вы не хотите пахать, и поэтому, естественно, у вас нет больших денег. Я недостоин красивых девушек. И опять же, вы можете объяснять, почему. Потому что, может быть, вы некрасивые, может быть, потому что вы лысые, может быть, что-то с выражением лица, может быть, ваше лицо блокируется, вы не можете ничего сказать девушке, когда к ней подходите. Я недостоин быть крутым специалистом, поэтому вы менеджер по продаже. И, может быть, даже ваши показатели не очень хороши. Эти убеждения у вас могут проскакивать в голове очень быстро. Жух! И пролетела мысль, и вы ее можете не заметить. Это первый вариант. Не все могут отследить свои мысли, и вы можете посмотреть мое видео «Как научиться отслеживать свои мысли». Помимо этого, если вы не можете отследить свои мысли, то у вас могут блокироваться определенные участки в теле, да, то есть напряжение в теле появляется. Мозг, например, может вас выключаться в тот момент, когда вы должны были пообщаться с девушкой, познакомиться, и вы ничего не можете сказать. Это тоже ограничивающие убеждения. Эти мысли, да, вот эти тараканы психологические могут проявляться во время получения того, чего вы хотите. Кто-то может сказать: «Дима, если я сейчас сижу на диване, и у меня в голове ничего нет, значит, тараканов у меня нет». И, может быть, даже кто-то из вас смотрит картинку красивой девушки, и вы готовы на ней жениться, и все у вас будет хорошо. Либо вы смотрите на большие пачки денег, опять же, в телефоне, и такие говорите: «Легко, легко, это мое бабло, я его получу». Но нет. Как только у вас появляются возможности познакомиться с симпатичной девушкой, либо каким-то образом заработать большую сумму денег, в этот момент вы... у вас включается то самое ограничивающее убеждение, которое приводит к тому, что вы этого не получаете, либо вы теряете эту возможность. Как понять, что у вас есть негативное убеждение по определенной теме? Оглянитесь вокруг, посмотрите, что вы видите. У вас есть определенные желания. Вспомните, что это за желание. Например, опять же, вы хотите познакомиться с девушкой. Может быть, вы хотите больше зарабатывать денег. Оглянитесь вокруг. Может быть, вы хотите путешествовать. Оглянитесь. Вы сейчас на Майорке? Вы на Бали? У вас красивая девушка и много денег? Если вы этого не видите, значит, у вас есть ограничивающие убеждения. И кто-то мне опять же скажет: «Дима, у меня этого нет, потому что я ничего не делаю по этой теме. Как только я начну делать, все будет хорошо». Нет, ребята. Нет, ребята, если у вас есть определенное желание, но вы никаким образом это желание не реализовываете, либо вы действуете, а потом бросаете, либо у вас появляются какие-то неотложные дела, очень важные неотложные дела, либо очень серьезные дела, вы опять же бросаете тот самый путь, либо ваши действия приводят к ошибкам. Следовательно, у вас есть тараканы. Все очень просто. А есть ли возможность или способ, вопреки вот этим психологическим тараканам, которые в моей голове, возможно ли как-то все равно получить то, что я хочу? Да, возможно. Это нужна мощная, крутая, сильная мотивация. Когда вы вопреки тем тараканам, которые у вас появляются в голове, вопреки тем действиям, которые вы совершаете, может быть, ошибочные действия, потом вы все-таки анализируете, делаете правильно, либо эмоции негативные, опять же, вопреки этим негативным эмоциям, вопреки этим мыслям, вопреки зажатостям в теле, все равно продолжаете делать, потому что вы очень сильно этого хотите. В этом случае это сработает. Второй путь – обратиться к специалисту, который уберет ваши ограничивающие убеждения, да, вот эти психологические тараканы. Я очень рад, что вы смотрите меня, я очень рад, что вы ставите лайк под моими видео и пишите комментарии, особенно когда вы пишете комментарии, я внимательно читаю все ваши комментарии и отвечаю, если вижу, что этот вопрос вас интересует, вы бы хотели действительно получить на него ответ. В любом случае, спасибо за всю вашу активность, я очень рад, что вы здесь со мной и смотрите меня. И на сегодня все. Пока. Пока.
Боритесь, боритесь со своими тараканами, с критиканом внутренним, нытиком внутренним. Когда вы говорите, что все кончено, все очень плохо, вопреки этим тараканам попробуйте все-таки реализовать себя и ту цель, которую вы хотите. Исполните свои желания, продолжайте свой путь, и у вас точно все получится.